Европейский регулятор рекомендовал выдать временное регистрационное удостоверение вакцине от коронавируса производства американской компании Moderna. В заявлении Европейского агентства по лекарственным препаратам говорится, что эта прививка может быть использована для лиц старше 18 лет. По данным регулятора, ее эффективность составила 94,1%. Председатель Нидерландского совета по оценке лекарственных средств Тон де Боер заявил: «Мы также ожидаем, что эта вакцина, как и препарат Pfizer, будет эффективна против британской мутации вируса. Но это должны подтвердить дополнительные исследования. Сейчас производитель их завершает. Мы сможем подтвердить эффективность после того, как получим результаты». Последним шагом, открывающим путь к использованию вакцины Moderna на территории ЕС, стало одобрение Европейской комиссии. Это позволит начать первые поставки предзаказанных 80 миллионов доз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европа в общей сложности потенциально обеспечила себя 2 миллиардами доз нескольких препаратов. Ранее разрешение на применение в Европе было выдано вакцине консорциума BioNTech и Pfizer. При этом компания Pfizer сообщила, что на данном этапе не справляется с выполнением в срок поставок первой партии прививки. Вакцинация препаратами Moderna и Pfizer BioNTech требует 2 прививок, которые делаются с промежутком в 28 дней.